Это кабинет Владимира Клавдовича Арсеньева. Здесь он работал, принимал безграмотно коренное население после основной работы, помогал им составлять документы вышестоящие органы. Американец Джонатан Слетт впервые в доме музея Арсеньева. Орнитолог, он 20 лет работает в Приморье. Имя Владимира Клавдовича ему близко. В прошлом году Джонатан закончил перевод на английский книги «По уссурийскому краю». Я решил переводить именно вот эту книгу для родственников, для друзей, чтобы они поняли, кто такой Арсеньев и что он значит для, ну, для меня. Джонатан Слетт прошел все маршруты Арсеньева в Приморье. Так же, как и его кумир, городу предпочитает тайгу. У меня сын, ему почти 5 лет уже, и его среднее имя – это Арсеньев. Это у нас, ну, в России, да, это отчество, это имя отца. Ну, в Америке это более свободно. Это просто среднее имя – это обычно честь кого-то. И мы с женой дали нашего сына среднее имя Арсеньев. The night was warm and quiet. Just how the nocturnal insects like it. Джонатан зачитывает отрывок, который ему нравится больше всего. Здесь Арсеньев описывает танец светлячков у костра. Видно, что человек просто обожает природу и умеет этого описать. Переводом Джонатан занимался в свободное от работы время 4,5 года. И самым сложным оказалось перевести название. Первое слово перевода – это «по», да, «по уссурийскому краю». Если смотришь словаре, там 20 или 30 вариантов. Так что первое слово перевода было сложно выбрать. Решил «across» – это значит, ну, типа, «через», можно сказать. Потому что, ну, несколько раз переходил через хребет Сихотэ-линия. «По уссурийскому краю» на английском вышло в свет в сентябре прошлого года. В России ее в продаже нет. Но один экземпляр Джонатан подарил дому-музею Арсеньева. Наталья Смолянинова, Денис Семисинов, «Панорама».